Итак, всем здорово! Глава святилища! Дрейк у нас устал, пока мы ехали на катере. Ребята, можете посмотреть в предыдущей серии, как мы с Леной это сделали. Перебрались по реке вверх, вот на этом скутере. Не побоюсь того слова. И мы продолжаем играть и идем дальше. В общем, обыскиваем это святилище или что. Сейчас узнаем, что это за святилище и кто в нем находится. Ребят, я думаю, что сейчас какая-то будет заварушка. По любасу. Потому что слишком тихо до этого все было. Итак, с ноги вышибаем. О, вот оно, точно, началось, ребятки. Я думаю, нужно прям подходить вплотную, пока это все конфликт, так сказать, у нас не урегулируется. Идем сюда. Кто еще? А, ты, братан. Вот с тобой мы быстро решаем, забираем все, что у тебя есть, там патрончики. И здесь где-то был калаш. Я его благополучно прокакал, так сказать. Вот он. Калашечек, мы его возьмем и идем дальше. Я думаю, что нам нужно куда-то сюда. Вот эти, кстати, водопады мы с Леной заплыли вон оттуда, откуда приплыли. И теперь идем. Идем, и наглым образом мы врываемся сюда, к ним. А кто здесь есть? А это мы сейчас узнаем, ребята. Узнаем, заберемся по этой ветхой старой лестнице. Короче, она совсем уже вся разрушена. Давненько здесь не было ремонта. Что-то он замедлился, смотри. Притормози, а то налетим прямо на кого-то из них. Так наоборот, надо быстрее налетать. Да брось, эти клоуны нас теперь в жизни не дадут. О, боже мой. Ай-яй-яй-яй-яй, что же тут происходит-то? Какой кошмар. Как жаль, что камер нет. Так значит... Испанцы наставили тут ловушек для защиты золота. Это не испанцы сделали. Ты посмотри на эти шипы. Так, я что-то не поняла. Это наш самолет. Подожди, это какая-то бессмыслица. Зачем расставлять на острове ловушки, если тут полным-полно их же людей? Незачем. Тут была какая-то тварь. В каком смысле? Какая тварь? Еще тварь? Стоп, ты думаешь, что... Что слышал? Ничего. Ничего, абсолютно ничего. Ничего. И взялся за пушку, да? Что? Хотя, знаешь, нет. Мне показалось. Только давай уйдем отсюда, пока не вернулся тот, кто это выживал. Ладно. Да уж, ладно. Будем идти осторожно, Лен, давай потихонечку пробираемся. Пробираемся вперед. А, вот это я осторожно, да? В наглую просто вылез к ним. Ай, блин. Это еще что такое? Лена, не высовывайся. Ой-ой-ой, пацаны, ребятки, девчатки. Короче, я что-то неправильно сделал. Еще раз заходим. Не надо так быстро туда пробиваться. Надо, короче, вот того с лазерным прицелом. Сразу с ним. Ну, сначала с этим давай разберемся. Да, блин, наведись ты уже. Отлично. Где там этот с лазером был? С лазерным прицелом-то? Вон он. Не высовывайся! У них лазерные прицелы! Ладно, пускай. Пущай так будет. Так, один лег. Кстати, с каждым разом у меня навык стрельбы маленечко улучшается. Я уже более четче, так сказать, попадаю по ним. Как бы не сгладить, да? Попал. Давай перезарядимся. А, слушай. На калаш-то нету патронов. Отойди, спрячься. Нечего там. Есть. Desert Eagle хорошо стреляет, ребятки. Хорошо. Кто еще? Давай с них патронов соберем и идем дальше. Нам вон туда по той лестнице. Раз Роман и Навара оставили своих псов у ворот, значит, они где-то рядом. Так, все забрал. Лена, все, мы теперь можем спокойно идти. У меня М16.
И я могу даже вот вылезти спокойненько. Надеюсь, тут особо никого нету много. Где вы все, ребзики? Неужели все закончились? Ладно, это ничего страшного, идем вперед. Мы сейчас кого-нибудь найдем все равно. Пока что тишина. Может, сокровища где есть? Давай посмотрим. Лена, ищи в кустах. Ищи в траве, надо искать, потому что мы мало что-то сокровищ с тобой находим. Прям вообще мало. Надо больше, надо больше. А вот здесь я чувствую, сейчас будет что-то. Сейчас что-то будет. Слушаю. Охраняйте библиотеку. Не подпустите их к Салливану. Да, сэр. Старик работает на восточной стороне комплекса. Я не знаю, зачем они его с собой притащили. Этому прощелыге нельзя верить. Блин, да что ты с другой стороны вылез-то, а? Что, жив, что ли, еще? Так. Следующий. Где еще? Перезарядить. Окей, Лен, все, пошли, падаем. А, вон он, надо аккуратно. Ну их нафиг, а? Со своими прицельчиками. Да? Ай, блин, с одной пулечки. Ладно, еще раз пробуем. Вот они идут. Они вон там. Так, а если не выходить так сразу резко? Или что, их надо все равно нам спрыгнуть, чтобы они появились, да? Так, ладно, пошли. Лен, спускайся. Я думаю, что надо здесь просто быстро перебираться. Там же нарисовали, что... Бамс, бамс. Главное, чтобы он не выстрелил сейчас. О, нет. О, нет, нет, нет. Вот сейчас разобрался с ним. Все отлично. Все, здесь хорошо прошли. Собираем патроны, давай. Лен, ты бы мне тоже помогала патроны собирать. Чуть бегать. Ленка, ну. Так, Нейн, а здесь что? Мне здесь не очень нравится. Да, мне тоже. Как найдем Салливана, так сразу отсюда свалим. Вперед! Кто вы чё? Лен, мне тоже не нравится здесь. Ай, отвали, а. Хорошо, с тобой сейчас. С тобой поговорили. Кто-то еще нарывается, вот там, внизу, вон он. Птичка сидит. Ну че он спрятался? Ленка уже с ним разобралась. Так, давай к ней поближе тогда идем. А, вон еще один. Тихо, пацаны, вы че? Ой, вообще, я вылез как-то неаккуратно, ребята. Ай, быстрее залезь обратно, спрячься. Не успел. Так, ладно, заходим сюда, на левую сторону и пойдем. И мы пойдем здесь. Я думаю, что здесь будет проще. Так, тихо. Вот отсюда он вылез в тот раз. Вот мне надо здесь с ребятами поговорить. Ай, их много тут. Капец, сзади там с дробашом, короче, кто-то стоит. Быстрее, вот где он? Должно быть. Нет. Ай, щет. Вон он внизу. А, вот еще идет один. Идет. Подходи. Так, я ушел. Отходи. Ну-ка, я здесь, может быть, попробую снизу. Нет, туда не надо. Ложись, вы чё? Вот он. Нормально, я их сейчас буду здесь ждать. Заходи по одному. Есть. Еще есть кто? Не высовываться. А чё я М16 отдал им? Ага, не надо. Совет. Так, и чё? И куда?
И сюда, и потом дальше. Пока Лена там отстреливается, блин, я тут лажу по каким-то колоннам. И сюда, и потом вон туда. Я говорю, Дрейк ищет всегда на жопу свою приключений, короче, лазит непонятно где. Ай, блин, да иди сюда. Мина содеяна. Нифига я тут разобраться с ними решил, да? Залез в самое логово их. Где ты там? Лен, я тебе сейчас помогу. Вот он, вот он, вот он. Нормально, нормально я так сверху. Вон Лена с ними стреляется. Сейчас, сейчас, Лен, все нормально будет. В смысле? Вы че, ребят? Ай-яй-яй, Лену вообще нельзя оставлять одну там. Вот это святилище, блин, ну такая сложноватенькая стадия, ладно. Ладно, сейчас, Лен, я буду с тобой рядом. Я вот с этими сейчас разберусь. И потом приду к тебе туда вниз. Не будем испытывать судьбу, короче, Лену не будем оставлять одну. Так, ребзики, давайте сюда подтягивайтесь. Вот он, идет. И все, и разобрались. Давай, отлично! Пока они все сюда не придут, я туда не пойду. Взять его! Ай, блин. Его надо остановить! Отлично! По-моему, еще один вот просто внизу остался, и все. Так, предлагаю идти туда к Лене обратно. Как-то несерьезно получилось, они, ну, как будто окружили ее. А этого мы сможем отсюда, в принципе, есть. И этого можем отсюда. Блин, наведись нормально. Есть. Есть, хорошо, давай, давай еще раз пробуем. Не попал. Но я сейчас попаду по нему по-любому. Есть, готов. Лен, держись. Я рядом. Я рядом, я тебя спасу. Ой, блин, самому бы спастись, а. Ай, отвали. Да стоп, сейчас убьют опять. Ё-моё. Тихо, 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 тихо. И вот так сделаем. Так, здесь разобрался. Лен, давай я зайду с этой стороны сейчас. А где они? Кто-то стреляет, я не пойму. Эй, да ты хорош, а? Спрятался там. Двигаем дальше. Мы и так уже по кругу с тобой, Лена, обошли, по-моему. И чё? А, ну все, наверное, туда можно идти теперь. Так. Здесь не попасть. Ну все, только сюда прыгать. Совет он там не пытался дать. Ну я уже этот смотрел совет. Мы просто лезем вперед и, в общем, ползем по колоннам, прыгаем. И туда дальше. На этот раз Лена отделалась нормально. Потому что уже никого нету, никто ей не будет мешать и не будет угрожать и вообще ее жизни, так сказать. Все, пошли. А теперь сюда, да, куда? Куда сюда? Стоп. Заберем патрон. Оп. Так, здесь ничего.
А мы внизу там были, нет? А, вон ворота крутить можно там, что-то ворота, наверное, можно пустить. Ай, подожди-ка, ну-ка прыгай. Ай, ну все, поздно. Спрыгнула, куда мне можно было залезть? Наверное, вон туда, по колонне, что ли, по этой. Так, ладно, давай попробуем здесь пока. Пока мы здесь. Откроем ворота. А что-то срывается, короче, не открывает, прикинь, ворота. Блин, да ты чё? Так, чё тут ещё есть? А, слушай, вот бочки какие-то стоят. Ну-ка, подожди. Бабамс! Молодец! О, Лен, пошли, мне нужна помощь твоя. Мы сможем с тобой вдвоём ворота, наверное, открыть. Ну-ка. Давай. Проходи, Лен. Быстрее, пока не закрылось. Давай. Я подержу, пока ты не откроешь ворота. Ну, давай, держи. А я как тебе открою-то, блин? Они же тяжелые ворота. Мне, может, туда проскочить надо быстренько? Ну-ка, давай, проходи. Сейчас я запу туда. Оп. Готов? Готов. Да, отойди, сейчас раздавит. Нет. Же. Да. А, блин, красиво, нифига себе, я сильный. Офигеть. Так, ладно, сюда мы прошли. Слушай, ну опять какая-то очередная заварушка, походу. Так, что у меня с патронами? Кстати, нормально все. Все нормально. Вот черт. О, черт. Все. Сядь. Снайперка. А, мне дали снайперку, ребятки. А что я не взял снайперку? Погоди. Во, вот так. Есть? Вот сейчас есть. Давай еще кому? Блин, промазал. Из меня снайпер, конечно, капец. Ладно, давай сейчас М16. Все сказал, да? С М16 сейчас идем. Есть. Так, у меня GTA-шечки, кстати, установилась. Скоро будем в GTA-шечку играть, ребята. GTA-шечку, кому интересно, заходите на канал, подписывайтесь. Ставьте лайкосик. Опа! Ну а пока мисс, надо разобраться вот с этим чувачком. В смысле? Как ты? Да хорош ты, чё? Эй, чувачок, на, держи! О, всё, окей. А где Лена? Лена? Блин, надо Лену, короче, охранять. А, всё, стоит, вот она. Да что ты с другой стороны столба вылез, а? Да капец, вы чё, ребята? Окружить решили, что ли? Нифига ты дробаша мне долбанул вообще. Так, я так не договаривался с вами, ребята. Я подожди, немножко посижу. Чё, патронов нет? Ладно, возьмем дробаш. Дробаш и пошли в упор тогда. Чё я могу вам сказать, ребзики? Итак, обошел уже все колонны. Иду вперед. Ой, нет, где ты? Капец, откуда мне там прилетело? Я уже вроде всех здесь снял. Ай, отвали. Где? А, вот он стоит. Блин, да иди нафиг, а. Или еще один там. Мне кажется, еще где-то. А, вон он. А, нифига себе он. Увернуться надо. Ай, есть. Ну все. Прощай. Уходят поезда. Так, стоп. Да иди ты нафиг, а? Где-то сверху, что ли, не пойму, бьет, а? Кстати, эмочку сейчас заберу, эмочку. А, вон он. Блин, в ушах зазвенело. А, еще один. Я в наглую, короче, здесь хожу у них здесь. Брожу у них здесь. Это библиотека. Вон там. Это и есть святилище, это библиотека? Давай осмотримся. Подожди, где-то М-ка здесь лежала. Ну-ка, я чё? А, или я поменялся? Там патронов, по-моему, нету. Ну, мало. Лучше дробаш возьму. О, патроны. Как раз для дробаша. Заходи в библиотеку. А чё? Почему нет?
А почему нет? Двери открывай с ноги, как ты всегда это делаешь, Дрейк. Нифигашечки. Пошли, значит, вход искать, Лена. Пошли. Итак, ребята, мы ищем с вами вход. Я думаю, что мы его сейчас быстро... Мы уже нашли его. Все, все быстро. Она работала в маленьком баре на Филиппинах. Вы бы знали, какая у нее была сладкая... А, ё-моё, Салли там. Да, господь свидетель. Если бы застукала в чужой постели, убила бы на месте. Крохотулька она была роста, 1.5 метра, не больше. Ее прозвали Волчком, потому что... Да она... заткнись ты, старый хрыч. Мы про это уже 100 раз слушали. Ну да, точно. Я повторяюсь, с памятью у меня теперь беда. Чего ты там так долго возишься? Может, ты не заметил, но эти книги наполовину гнилые. И они на испанском. Давай побыстрей. Не заставляй босса ждать. Эй, вон там! В общем, Салли здесь гнобят, черт, ребята. Надо нам спасать его. О, нет. О, нет. Лена, прячемся. Вон они меня уже... Ой-ой-ой-ой-ой, да что же... Да спрячься ты, куда ты пошел, блин, ё-моё. Полет ласточки устроил. Осторожно. Так, вот здесь давай встанем, сейчас мы их всех... Сейчас мы с ними разберемся. Надо, главное, навестись быстрее, быстрее. Ох, нифига себе. Лен, не высовывайся пока. А, вот он прям уже в упор к нам подошел. Блин, да надо пробежать просто, а. Задолбали вы, ребята. Сколько можно-то? О, Эмочка, Эмочка, дай сюда. Ща мы тебя найдем. Где ты там? Все, готовченко. Ай, снизу фигарит. Вообще опасно, ребята. Мы здесь бегаем, опасно. Ухожу, ухожу, ухожу. Он фигарит, короче, прям вообще сильно с помпового ружья этого. Он выходит. Где он? Во, 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 чувачок. Чувачок, иди сюда. Ой, блин, их там трое. Нет, их даже там, наверное, 4, короче, очень много. Граната, где граната у меня? Все, ребят, не только вам можно кидать все. Сейчас и я буду раскидывать. Так, один готов. Ай, да нифига себе. Я-то, ладно, вот я разок в него попаду, он не умирает, блин. Но если он в меня попадет с этого лазерного прицела, то мне сразу не жить, короче. Так. Может уже спрыгнуть, да разобраться с ними, а? Я думаю, так будет намного эффективнее и быстрее. Вон, кстати, М16 стоит. Салли, вставай. Наконец-то явился. Ну, для трупа ты отлично выглядишь. Все-таки взял с собой девчонку. Девчонку? Эй, если бы не она, тебя бы сейчас никто не спасал. А мы его спасаем? Это как понимать? Признай, Салли, все это подозрительно. Ага. Все-таки это ты их навел. А потом вдруг воскрес из мертвых. Так, стоп, одну минуточку. Роман за мной охотился. Мне нужно было выиграть время. Да, глупая ошибка. Не подумал, что не сядут нам на хвост. Салли, мы бы сейчас летели домой с сокровищем, если бы ты догадался хоть раз придержать свой язык. А ты мог бы проверить у меня пульс перед тем, как сбегать с моих похорон. Ладно, все это уже не важно. А как же это получилось, что ты тут стоишь весь такой живой? Вы просто не поверите. Капец, книжка спасла Салли, ребята. Это просто везение. Тебя спас старина Фрэнсис. Да. Я думал, такое только в фильмах бывает. Но больно-то было все равно, ты уж мне поверил. Еще бы. В общем, когда они поняли, что я живой, я убедил Романа, что без меня им сокровища не найти. С тех пор я с успехом водил их за нос и дожидался тебя. И где они теперь? Я отправил их на ту сторону монастыря, где они не найдут абсолютно ничего. Вот. Дрейк во всем разобрался. Таким символом испанцы помечали свои тайные хранилища. Сокровище спрятано прямо здесь, в этом монастыре. Найдем символ? Найдем и хранилище. Ладно, нам пойти в монастырь надо, я так понимаю. Вот здесь. Все подсказки.
ведущий к сокровищу. Мы его найдем. Хорошо. Ну вот только на этот раз, ребята, не бросайте девушку одну, ладно? Постараемся. Даже не думай, Салли. У нее зверский хук справа. Я это учту. Нет, тут не простая комната. Я в этом уверен. Странные статуи. Так, что там со статуями? Блин, а что делать? Так, ну вот имена, получается, слева вот эти вот имена статуи. Там Джук, Нарк какой-то, Джон, Нафета. Короче, ладно, вот эти имена все есть справа. И они все есть, получается, по направлениям света. Или развернуть их надо, что ли, или что, я не знаю. Сейчас будем смотреть. Ну-ка давай. А, вон внизу компас. Ребятки, компас. Так, кто у нас там на севере? Кто у нас на севере? Вот этот ангелок на севере. Ну-ка смотрим. Где? А, вот я как раз возле него и стою. Так, а куда он? Ну, он сейчас на севере у нас или нет? Должна, по идее... Ага, ага. Слушай, ну он на севере, но я не знаю, может быть, что можно сделать? Так. А, слушай, можно развернуть. А, блин, мне кажется, вот надо ее на север развернуть, остальные там по частям света куда. Ну-ка посмотрим, давай-ка. Юг, 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 юг. У нас козел вот этот. Рогатый. Так, а какой из них? Так, ну здесь. Ну, судя по всему, вот этот. Так, ладно, давай. Нет, неправильно. Стоп, а куда его? Куда его крутить? Так, юг. Юг, подожди. Другую сторону. Вот юг там. И осталось разобраться запад и восток. Так, ну-ка смотрим, кто у нас остался. Орел. Загляни в дневник еще раз. И лев. Лев Вест, значит, так, где? Где лев? Погоди, погоди, где? Давай, на льва. Лев, поехали. Не пойму, в другую, что ли, сторону? Наверное, сюда. И остался орел. Орел, попробуем повернуть. Куда он у нас смотрит? Так. Что-то не так намудрили, да? Ага, подожди, я вот с этим неправильно, наверное. Времени мало, они скоро все просекут. Что такое О? А, слушай, все, я понял. Или не понял. Так, север, юг. Запад, восток, да? Где, блин, куда? Ага. Сейчас, ребят, разберемся. Надеюсь, все получится. Так, лев, где у нас лев? Еще хрен запрыгнешь так просто, а?
Правда? Вот так задачку задали. Так, если так, и где у нас еще? Так, кто у нас? Лев, орел. Должно получиться. Должно прям, я чувствую, что-то вот прям чуть-чуть, вот по-моему, орла надо повернуть вот сюда сейчас. Получилось, ура! Бинго! Бинго, ну долго я, конечно, тут тупил, если честно, но ладно. Главное, нашли решение этой задачи. Да падай вниз уже, ё-моё. Лен, пошли. Салли, пошли. Чё сидим-то, стоим тут? А, ещё одна библиотека. А, и куда теперь? И куда, ребята? Это выглядит знакомо. Там еще один такой на стене. Ну-ка, а что? Что, подсказка какая-то была? Или что, все, я сделал? Походу, я сделал все, ребят, как надо. Многообещающе. Дай-ка фонарь. Ага. Ладно. Ждите здесь, я пошел на разведку. Эй, эй, стоп, нет, один ты туда не пойдешь. Да, тут повсюду шныряют люди Романа. Я один наделаю меньше шума, чем мы все. Все будет нормально. Вам тут ничего не грозит, они про эту комнату не знают. Ладно, тогда возьми. 13-м каналом они не пользуются. И держи нас в курсе. Договорились. Теперь закрой дверь. Ага. Нейт, гляди в оба. Да брось. Всегда гляжу. Ба! Ну или почти всегда. Ай. Ну что? Под землю, однако. Я иду. Это будем делать в следующей серии. Все, ребята, всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Удачи.